Хочу напомнить, что вот в таком состоянии эта стенка, вернее, остатки этой стенки находятся уже 2 месяца с лишним. То есть последняя бригада, которая здесь была, это где-то середина, наверное, или чуть ли не, ну, может быть, конец ноября. Какое-то вот неуважение к людям. Вот просто неуважение. И одна ситуация, один непрофессионализм рождает вот другое. Вот рядом у нас управляющая компания сооружает контейнерную площадку. Мало того, что они ее выдвинули чуть ли не на середину проезда, и, на мой взгляд, это мешает движению средств пожаротушения. Вот не дай бог там в нашем доме пожар случится. На мой непрофессиональный взгляд, нужно было сначала выставить стенку, а потом под этой стенкой установить вот эту вот контейнерную площадку. Вот очевидно, что создание такой закрытой зоны с трех сторон, вот после того, как будут установлены там ограждения на этой контейнерной площадке, создается вот эта закрытая зона. Сейчас вы видите, там мусор лежит. Может быть, когда-то его уберут. Но это станет местом, ну, справления малой нужды, что ли, отдельных некультурных жителей, поскольку на набережной-то у нас туалеты всего лишь декорации, они не работают. Гуляющие по набережной, по пешеходной зоне все-таки не должны вот это вот видеть.